установлено, что качество отобранных проб дренажной воды по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям не соответствует действующим нормативным требованиям. По химическим исследованиям выявлено превышение гранично допустимой концентрации по следующим показателям: сульфаты, натрий, сухого остатка, взвешенного вещества и так далее. Там все, чтобы вы понимали, в 3, в 3,5, в 2, 2,5, в 2, в 3,5 раза превышение. Хрома в 4,5 раза. У меня возникает вопрос, скажите, вот мы десятилетиями сливаем это в море, а в море можно это сливать вообще? Вот кто-то задавал себе этот вопрос, кто у нас занимается экологией, экологи, там, у нас есть там зеленый лист, зеленый лист, еще там что-то такое. Вот это, вот эти вопросы задавали себе кто-то из природозащитников? Департамент экологии никто не обращался, но я думаю, что действительно, что эта вода вредна, и поэтому в этом году, согласно программе окружающей среды, разрабатывается ТО-проекта по очистке дренажных вод, которые... Давайте вот смотрите, у нас вопрос этот вот так возник, но все-таки люди, которые обязаны этим заниматься ежедневно, а департамент экологии, я не говорю уже про другие государственные структуры, которые должны следить и занимаются тем, что берегут нашу среду окружающую. Как-то они так выборочно берегут ее. Поэтому, если эта вода превышает вот такие показатели, деревья поливать нельзя. Использовать, потому что это вредно. А в море можно в таком количестве десятилетиями сливать эту воду? А потом мы говорим, что у нас что-то меняется, экология не та, водоросли не те, загрязнение какое-то. Если мы